скором времени в столице появится новый и современный жилой комплекс «Заравшан-Сити», который включит в себя и гостиницу, и бизнес-центр. В чем особенности проекта? Каковы его преимущества? По словам представителей компании «Заравшан Билдингс», проект предусматривает в себе отель, квартиры, спа-салоны, фитнес-центры и офисы. Однако и на том не все. На этажах также можно будет найти закрытые бассейны, турецкие бани и многое другое. В инвестиционном проекте «Заравшан Сити» предусмотрена 20-этажная гостиница, бизнес-центр и жилые квартиры. На первом этаже ресепшн и торговый центр, на втором – пункты бытового обслуживания, рестораны и кафе. На третьем-четвертом этаже – гостиница, с 5 по 14 этаж – квартиры. С 14 этажа и выше – бизнес-центры. В подвале – двухуровневая парковка на 400 автомобилей. После введения здания в эксплуатацию ЖК «Заравшан Сити» будет работать 24/7. А пока активно ведутся строительные работы. Общая площадь здания около 60 тысяч квадратных метров, разместиться на которой сможет более 1000 человек. Строительство здания ведется из высококачественного бетона. Строение будет способно выдержать землетрясение мощностью в 9 баллов. Спасибо большое вашему правительству и главе государства за то, что создают условия для создания подобных инвестиционных проектов. В частности, нам рассказали немного о деятельности компании в целом. «Заравшан Билдингс» является девелоперской компанией, осуществляющей активную деятельность в сфере недвижимости. Основное направление – строительство многоэтажных домов и развитие проектов социальной инфраструктуры. Жилые комплексы возводятся по индивидуально-архитектурным концепциям и предназначены для широкой аудитории. Строительство ведется в соответствии с международными стандартами. Дополним. Завершение проекта запланировано на декабрь этого года.